Приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать, с возвращением. С вами ваша царевна Лебедь. А сегодня я делаю расклад на тему, от чего вас уберегли высшие силы. Давайте посмотрим, от чего вас уберегли. От чего вас уберегли высшие силы? От башни вас уберегли, от полнейшей какой-то разрухи. Что тут еще сказать? Смотрите, даже если вы были и сейчас находитесь в какой-то тяжелой ситуации, то говорят, что могло быть еще намного хуже. Что то, как ты еще отделалась, это меньшее, а могло быть еще намного хуже. Даже если вы и болели, даже если у вас проблемы и по здоровью, да, по деньгам, то говорят, что могло быть и хуже. Смотрите, также вот башня. Я только что делала расклад на тему, что у него в доме, там у мужчины выходит башня, что мужчина сейчас проживает эту свою башню. Но у него там было по раскладу, что у него эта башня наступила, потому что человек был искушаем дьяволу. Но здесь я о вас могу тоже сказать, что вас искушали, вы были зависимы от этого мужчины, от этих отношений, от этой любви. Какая-то вот может быть тяжелая, в смысле тяжелая, любовь такая вот ненормальная, больная, привязанность, да? И чтобы разорвать эти цепи, только, ну, эти цепи можно разорвать только через башню, понимаете? После дьявола идет аркан башня. По-другому никак нельзя этот аркан пройти. Башню никак нельзя пройти мимо. Если ты сидишь по дьяволу, если ты врешь, изменяешь. Также, если ты не можешь уйти от этого мужчины, потому что тебе страшно, как я буду одна жить без него, зависимо от этой любви, от этих отношений. Тоже вот такая вот зависимость больная, да? То тебе тоже приходит эта башня. Так вот, но вас уберегли, могло быть еще и намного хуже. От чего вас еще уберегли? Да, вот этот мужчина, ходок, который вот со своим жезлом, не знает, куда его приткнуть. У мужчины много поездок в дороге. Может быть, эти поездки у него и с работой связаны, либо к вам приходил, приезжал. Вообще такой активный, деятельный. От чего вас уберегли? От вмешания третьих лиц. Ну, видимо, здесь эти третьи лица были, но все-таки вас от этого отвели, да, потому что как будто бы и дальше эта ситуация могла продолжаться. Говорят, что вы человек духовный, сильный характером. Какие-то у вас такие понятия правильные, принципы, принципиальный человек. Но как-то сейчас вы, смотрите, вам дают силу, чтобы вы все-таки совладали со своими этими страстями.
чтобы вы совладали с этой своей больной любовью к этому вот мужчине, который здесь вот нарисовался, страстный, который втягивал вас в какие-то отношения непонятные, там, где присутствуют третьи лица какие-то, непонятно, да, то ли жена, то ли какие-то еще сожительницы, подруги. Так вот, вам дают силу совладать с этой страстью, вот укротить этого своего внутреннего зверя. Вам сейчас какое-то дают понимание, что обрати внимание на себя, полюби себя. Полюби себя и свою жизнь, займись собой в конце концов. Тут у вас как будто бы благодаря этому и возможности какие-то появились. Заработок пришел, и деньги пришли. То есть вот вам говорят, пожалуйста, живи и радуйся. Все, что у тебя, все, что тебе нужно для счастья, у тебя сейчас все есть. Вот бери и пользуйся, да, и живи счастливо. Структура здесь семейная. Тут у кого-то, возможно, что касается семейной жизни. Тут смотрите, кто-то, возможно, даже замуж выйдет. Но вообще, даже ну, по соседней карте вы все-таки на данный момент вы одинокая. Но говорят, что в будущем, да, у тебя наладится. В семейной жизни то, что ты хотела, семью для себя, у тебя наладится. Ну и по деньгам тут вообще супер. Как-то это будет расти, стабилизироваться. Тут и покупки жилья, недвижимости, ремонт. По здоровью также прекрасно все. Все стабильное и набирает силу, набирает мощь. От чего вас еще уберегли высшие силы? Да, вот опять же, от этого пажика, пажик здесь вышел, паренек такой, как паренек, понимаете? Младше вас по возрасту, либо по характеру, как подросток. Невменяемый, абсолютно ненадежный, на него положиться нельзя было. И вы из-за него прошли свой страшный суд, но вы уже прошли это. Да, вот тоже вам нужно было осознать это, что это не любовь, а зависимость, что я не хочу так дальше жить. У вас это осознание пришло. Урок вы сейчас на данный момент прошли. Ну а для него говорят, что вот только этот урок открывается, только начинается. Ну смотрите, тот, да, от чего вас уберегли? От этого периода тяжелого. Там, где вы плакали много, расстраивались, много думали, много мыслей было нехороших, плохих. Страхи, как я буду дальше жить, что будет со мной дальше, а как же я, ну и все в этом роде. Возможно, у кого-то и сейчас эти мысли, какие-то навязчивые страхи все еще остаются. От чего вас и уберегли высшие силы? Уберегли вас от этого периода, опять же, вот от этого мужчину уберегли, который бездействовал. Все, к нему дороги закрыты, перекрыли. Смотрите, то, что вы сейчас не можете с ним уже, ну, общаться, расстались, я не знаю. Даже если у вас и есть мысли, какие-то надежды, то
Это дело не в нем, а сейчас вас уже действительно вот оберегают высшие силы, ваш род, дороги к ним, к вам закрывают, что все, не пускают его к вам. Да, говорят, что возьми этот свой меч в руки, отруби, отсеки. Прояснение тебе в жизни дают. Прояснить ситуацию, да, прояснить для себя ситуацию. Тут что-то у вас новое начнется. Шансы даются в жизни. Дальше еще может быть такое, что опять же, вот обруби, отсеки этого пажика, который от тебя только брал. Он, возможно, тут за вами даже по интернету наблюдает. Вообще, человек мстливый. Ревности у него какие-то, ревнивый. С претензиями такой какой-то постоянно, чем-то недовольный, медленный, не принимает решения, долго затягивает, да, время тянет. Вот тут он даже, возможно, к вам приедет, но вот говорят, что обруби, отсеки его. Вот не протягивай ему эту руку помощи, и все. Никаким образом на него не обращай внимания, не давай ему ничего. Вот все, что можно здесь сказать, ни своего внимания, вот ни энергию, не знаю, вообще на него не обращай внимания. А он как будто бы, да, здесь приедет опять от вас что-то взять. Все, вам говорят, отсекай его, возьми этот свой меч в руки, мы тебе даем силу, вам говорят. Мы тебе даем какое-то вот осознание. Вам сейчас что-то открылось, вам сейчас пришло какое-то осознание. Вы уже понимаете, что к чему, что он за человек и что от него ждать. Вы уже знаете, понимаете его какие-то тайные мотивы, скрытые мотивы, да? Вот вам это открыли высшие силы, эти знания, что вот посмотри, что он из себя представляет, осознай это, что это не любовь, он тебя не любит. Да, вы это знаете, поэтому возьми этот свой меч, вы сильные, вам тут силу дают. А вы все еще грустите, да? А вы все еще страдаете о потерянном, о несбывшемся. Но это уже все, конец. Тут уже, знаете, как бы вы ни старались, тут уже от вас ничего не зависит. Если у вас действительно еще есть какая-то теплица надежда, то нет. Тут, я же говорю, уже высшие силы вмешиваются, от вас уже ничего не зависит, вас уже защищают. Тут вы должны просто поблагодарить, взмолиться, что вас услышали. Это уже окончательный разрыв, конец. Да, вот этот мужчина вышел, по дьяволу, который он сидел. Да, и он сидел по дьяволу, и вы. Но у каждого был свой дьявол, да, свои эти искушения. Он был, его как дьявол искушал на вранье, на какие-то измены, на предательство. И он велся на все это. А вас искушал дьявол вот на эту зависимость, на эту любовь, что я люблю его, я хочу быть только с ним. То есть вы никого не, для себя не видели другого, вы даже не представляли другого мужчину рядом с собой, вот как больная были эти мужчины, да, зациклились. Это же тоже ненормально. Мы все пришли на эту землю, чтобы быть счастливыми.
Но, а по итогу каждый живет, как живет, потому что каждый делает свой определенный выбор. Вообще наша первая обязанность, задача на этой земле – быть счастливыми. Но уже каждый справляется с этой своей задачей уже, ну, кто как может. У кого-то хватает ума вести себя так и жить так, чтобы действительно быть счастливым. А кто-то вот зависит, да, от своих каких-то страхов, вот от этой влюбленности больной, ненормальной, от этих измен. Тот же этот же мужчина, он же тоже, по сути, он несчастлив. Потому что он мечется от одной женщины к другой в поисках чего-то лучшего, лучшего, лучшего. Понимаете, вот его тоже искушает. А нет, это хорошее, да, да, я понимаю, да, что она хорошая, но нет. Меня ожидает что-то еще лучшее. Я достоин еще лучшего, понимаете? И вот это вот его гонит постоянно, гонит дальше и дальше. От одной женщины к другой, вторую оставил, третью нашел и так далее. Вот колесит, как перекати поле по жизни, да? Он же тоже в глубине души несчастен. Но вы здесь уже как будто бы эту зависимость прошли, осознали. А он еще, у него тут еще только будет отработка. Вот говорят же, да, отстранись опять же от него, от этого дьявола. У тебя мудрость такая, и у тебя знания накопленные. Ты знаешь уже все, все о нем. Ты уже все знаешь и так, да, вот из прошлого. Вечная жертва, который позиционирует себя, что я жертва. Вечный такой вот страдалец, нытик из прошлого, да? От него вас тоже вот уберегли, потому что еще могло быть и хуже. Так, ну он тут дальше, вот этот мужчина рассказывает, тут история. Ну а вообще вот по итогу, что у вас новое что-то начинается в жизни, у вас пути, дороги открываются, но без него, без него. Вот такой был сегодня расклад, благодарю вас за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии.